Всем привет! Сегодня мы гуляем в окрестностях другого замка, Ордои называется. Здесь вот растут такие красивые лотосы и рыбачат рыбаки. Вокруг этого озера расселись рыбаки и рыбачат. Люди сидят, рыбачат. Какая красота! Ой, благоухание природы. Покой провинциальный. Чудо. Вот эта мельница, она не действующая, но она полностью восстановлена. Ее сделали в 18 веке, 1760 году. И с тех пор она вот была разрушена, и ее потом восстановили. Конечно, очень много средств надо на восстановление такой мельницы. Нам позволили. Мы находимся в мельнице. Здесь ресторан. Камин. Скел ван. Рей. Ванхерт. Интересант. О, Ирис, Силдерия, чем это? Моланчес. Картина с мельницей. Бар. Ямар дар камистезин. Дарбиси. Ирдена Дарбиси, я? Ирис бар. Мы пошли наверх. На самый верх мельницы. Открываем дверь. Так. Интересно. Ого. Это система мельницы. Я не понимаю, что здесь такое. Да вот это что-то крутится. Ой, еще выше. Но хогас хачи, кейк. А вода? Ой, это интересно. Ой, виздар. Кейк. Кейк сунчис, саче. Клумпен. Называется клумпен. Деревянные башмаки. Ой, а тут маленькие еще башмачки. А, это весы такие. Саче, эксхалчи. Ой, это рара система. Нарту нарбовы, ног нарбовы. Очень странная система этой мельницы. Ой-ой-ой. Мы пошли туда наверх. В этот мешок падает мука. Бар. Не исхача. Ирис не тарва. Ирис рестван тарва. Это шелуха падает сюда. Это мы почти на самом верху, еще выше там может. Ой-ой-ой, как интересно. А вот из всех. Дарум деньги. Там дура рано еще. Нох. Эти этажи мы миновали в этой мельнице. Видишь, есть какие круги с зубцами. Вот здесь все вращается. И мука сыпется туда вниз. Это уже какой? Четвертый этаж. Там, да, драйв, да. Вращается все. Вот лопасти мельницы здесь драйв. Вращается. И мельница работает таким образом.
Как интересно. И эта цепочка раскручивается, и куда потом это все? В общем, интересно. Ой, и здесь тоже вращается. И лопасти там вращаются на улице. С высоты мельницы можно посмотреть дальше за горизонт. А это на самом-самом верху. Там какая-то система такая необъяснимая. Мы спустились, сели в ресторанчик, посидели. Вон девочка нас обслуживала. Видите, у нее перед лицом такая, как это называется, защитная пленка. Не пленка, даже пластмасса. Дорожки покрытые вот камушками. И, конечно, прекрасные лилии в воде. И лягушки те же самые квакают. Ну, сейчас не слышно, конечно. Все, всем пока!